Итак, всем привет, и сегодня я сыграю в игру под названием Bedtime Trio. Ну и как вы знаете, что это такое, наверное, да? Ну, если что, я уже выложил ролик с озвучкой комикса, поэтому, я думаю, вы уже так знаете, что это. Предлагаю начать. Погнали. Triple the Treat. Так, практика, нормал и экстрим. Погнали. Сто 50 хп. Ну это на практике еще. А, таймер вон. Фриск, чара и метатон. Погнали. Блин. Ну, нормально так. Блин, задеваю. Так, ну вроде, блин, а... Хотел сказать, вроде легко, а вроде бы и нет. Блин, мало хп. Я умер. Подвисает немного. Ладно, надеюсь, это не будет такой большой проблемой. 99 кп. Хорошо. Опа. Хорош. Блин, микрофон пыльный. 23 хп у меня. 2 минуты. Одно хп. Блин. 2 минуты 26 секунд продержался. Ну неплохо, слушай. Так. Есть шансы. Восемьдесят шесть хп, слушайте. Идем на отлично. Так, финальная атака. Блин. Нет! Это была уже последняя атака. Блин, 2 минуты 51 секунду. Ну, слушайте, уже получше.
Так, ладно. Давай на нормал пойдем-ка. Ага, 92 хп уже. Окей. Там еще экстрим есть. Я даже больше представить, что на экстриме. Красные ножи. Ё-моё. Тут вместо белых ножей красные. Я чуть бутылку не уронил. Окей. А что же будет на экстриме? Экстрим. Ну-ка, она чё? Давайте посмотрим. Одно хп. Белая душа. Ага, то есть теперь мы не будем знать, какая душа будет. Или оранжевая, или синяя, или красная, да? Только белая. Да. И теперь все наши красные. Да блин. Слушайте, ну это хороший так. Хороший так можно для без урона проходить. Блин. Ладно, давайте все-таки попробуем пройти таки, хотя бы на практике. Вот на нормале или на экстриме нельзя будет пройти. Thank you.
90 хп. Я прошел. Восемь хп осталось. Я прошел, наконец-таки. О, капец, это сложно. Все, у меня звездочка есть. Да. Ну, короче, если я буду проходить везде, я 3 звезды получу. Что это мне даст, я не знаю. Давайте еще раз на экстрим попробуем. А нормал я уже, наверное, за кадром буду это делать. Ну, вне съемки. Будем тренироваться на без урона играть тогда. Да, блин, почему так не работает? Хотя не, знаете, давайте лучше в следующий раз. 15 минут уже как играю. Ладно, на этом все. Если вам понравилось, то подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самые новые видео и новые стримы. Ну и пишите в комментариях, чтобы мне еще снять видео или же постримить. На этом все. Всем спасибо, всем пока.